соблюдайте правила дорожного движения. В качестве своего вклада в благотворительный марафон инспекторы дорожно-патрульной службы решили посвятить свой день детям с ограниченными физическими возможностями. А главное – провести время весело и с пользой заодно. Для ребят организовали экскурс по правилам дорожного движения. Правила дорожного движения необходимо знать всем, и детям, и взрослым, и даже дети с ограниченными физическими возможностями. Они тоже участники дорожного движения, и эти правила должны знать. То есть мы дополнительно сегодня провели эту работу, чтобы детям напомнить эти правила и уже на практике показать, как нужно действовать. Усвоив информацию о дорожных знаках и правилах перехода проезжей части, каждый из ребят смог посидеть в патрульной машине. Особенно детям понравилась рация. Ничего подобного им раньше видеть не приходилось. Ну и, конечно, ребята пришли в восторг, когда им предложили примерить на себя роль водителей. Разумеется, по всем усвоенным правилам дорожного движения. Ну, что на некоторых пешеходах можно переходить, а на другие нельзя. Знаки могут тебя предупреждать о том, что может случиться в любом направлении. В игровой форме привить детям знания о правилах поведения на дорогах – основная задача инспекторов. А радость в глазах детей – это самая искренняя благодарность. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.